Так, ну что ж, игра началась. Неважно, какое оружие. Мне сейчас... Давайте вообще попробуем без оружия. Главное сейчас найти сундуки, пооткрывать их. Мне это сейчас главное. Так. Сундучки. Кристалл есть один. Так. Хорошо. Ищем остальные сундуки. Где же они? Вот, вот, вот тут сундук. Надеюсь, кристальчик. Кристальчик не выпал. Кристальчик выпал. Так, 2 из 4. О. Ну, привет. Отлично. С нее, возможно, выпал кристалл. Но с нее не выпал кристалл. Так, вот сундук. Еще один. Кристальчик. Все отлично. И последний, самый последний кристалл. Его нужно найти, и я стану монашкой. Нажав на иконку. Вот сундук, отлично, отлично. Пожалуйста, кристальчик, кристальчик, пожалуйста. Там еще человек есть, поэтому... Да! Все, я монашка, ребята. Смотрите, перевоплощение. Ну, погнали. Опа-на! Отлично. Прибили пацика. Так, я буду монашкой 50 секунд еще. За это время я могу... Что это? А, это локатор ихний. Это, то есть я вижу, где они и что они делают. Отлично. Круто, мне нравится. Тогда я тебя прибью. Стой. На. Что, ты не умер? Как ты не умер? Но таких локаторов, ну это... На, получи. Давайте надо убить как можно больше, пока я играю за монашку. Кстати, я быстрее всех тут, походу. Стой. А, тут надо именно на кнопку нажать, понял? Просто я привык, что монашка... Ну, то есть... Можно... А, тут нельзя мне прыгать. Так, сканер. Ага, может, кто-то поблизости тут? Нет, кто-то в подвале там бегает. Так, 9 секунд. Я, скорее всего, 5. Блин. Не успел я этого Джея догнать. Все, я теперь обычный Чарли. Давайте убьем его хотя бы за Джея. О, хотя бы за Чарли убьем этого Джея. Так, Джей. А, нет. Да умри, отлично. Может, у него много кристаллов есть? Один всего лишь. Блин. Так, портал откроется через 1,5 минутки. Надо найти еще кристальчиков. Что будет, если монашкой зайти? О, шикарно. Кристальчик подобрали. Даже 2 кристалла. Сейчас мне нужно просто найти какой-нибудь сундук. И все. И я опять стану монашкой. О, вот, вот, вот парень. Парень, дай мне, пожалуйста. Ах ты. Нет, он монашка, он монашка. О, нет. Что делать мне, если за мной бегает монашка? Я же самый медленный, я же самый медленный. Нет, меня убила монашка. Блин, я всех убивал монашкой, и тут она же меня убила. Какая самоирония? Не самоирония, в общем. Карма, это называется карма. Ребят, ну вот такой вот, в общем, видос получился. Если он вам понравился, поставьте лайк, не забывайте подписываться на канал Ванчик Пацанчик, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!